Фига там горит что-то. Let's go this way. Я только наверх посмотрел, там что-то горит. Вон. Что-то горит. Полыхает. Артём, это не случайно, не твоя жопа полыхает с тех пор, когда ты от нас уходил? Нет. Слушай, какой-то там неправильный американский флаг, ты видишь? Что за полосы просто? Где-то американский флаг. Вот там на кораблике. Не вижу. Я не вижу флаг. Правду сказал, будьте здоровы. Его укорья. Вот, смотри. Там пиратский флаг. А, да, реально какой-то неправильный пират. Я чуть не упал. Там Россия есть, да? Блин, там меня Россия убили, есть, пока я рассматривала. Мне кажется. Мне кажется, там дело... Нет, там они пришли красный. Меня, чтобы убить. А, там реально, походу. ДНР, да? Там ДНР. Там да, ДНР. Откуда я знаю, что... Ага. Да, там... Дожились, мы не знаем флаг ДНР. Что тебе этот флаг сделал? Так, где этот с Одиным? Он меня отвлек. Я отвлекся на него, пока я рассматривал флаг. Фига там. Это вы отвлекаетесь со своими флагами. Я стою на них, смотрю, а меня убивают. Даша. Из-за Даши умер я. Смысле? Обиженка. Твоя вина. Так это ты... Я сходил разбудил. Понятно, всё. Блин, меня подожгли. Ты горишь всё? Enemy airstrike incoming. Это греческий огонь. Я горячая. Ладно. Чтобы вы понимали, я до самого... Вот это вот, когда играл это MV Gold, я только потом обратил внимание, что это не Ирина, а какой-то мужик. Она говорила, что она... А я всегда думал, что у нее такой мужской голос. Там амеба есть, Артём, убей его. Артём, убей его, у него амеба есть. Я его давно убил, что ты успокойся. Женщина, они танцуют, женщина... О, у него амеба есть. Я его взяла в руки зачем-то. Посмотрели спецэффект убийства. Ой, спецэффект убийства, господи, осмотр. Ага, посмотрел. Я посмотрю. Ой. Как там его к тебе лезет? Спасибо, он меня своим. Мне не дали своим посмотреть, я его. Ты его своим. Убила челика. Артём, он много напрягает. Это спрутомен какой-то. Что спрутомен? У Октавиуса появился конкурент. Ага. Ты что, сгомил его? Какие-то какими-то сминогами пуляются. А, нет. Какая-то скотина. Не-не, это просто гранат. Конечно, мы. Все нормально. Ну, а ты не скотина, все хорошо. Забирай свой слово назад. Просто показал, что... Граната? Собаку. Кто-то собаку вызвал. Будьте аккуратны. Только ты такое можешь сказать. Что ты убегаешь? Это Артёма вещества тут бегают. А, вещества, значит, не послышалось тогда. Думаю, ой. Слышь, осьминог нападает. Я там стела, хлебушек, я тебя не беспокоюсь. Фига, осьминог напал на меня. Спасибо. Пожалуйста. Рад помочь. Какое говно. А ну-ка дай. Посмотри спецэффект, посмотри. Господи, какой куда убегаешь? Ты же не успеешь. Куда убегаешь? Какой ужасный скин, конечно. Да не убегай. Опасно. Идут. Комар. Иди отсюда. Вот поэтому я и убегал, я не стоял на месте.
Сюда залезть можно. Женщина, и туда можно залезть. Да ты что, блин? Не падай. А? Тебе там норм? Тебе там норм? Ты можешь поставить как лучший момент. Да я и поставлю. Я же не лох. Ой, собака. Он в воду упал и не умер. Можешь еще... Пожалуйста. Он реально в воду упал. Ты можешь вставить это вот так. Нельзя с таким хорошим настроением идти на в ту игру играть. Сука. Все монстры разбегутся. Один из трех, не точно. Блин, сзади люди. Да? Больше нет. Да, где? Артём всех убил. Да это фигня какая-то, я ж прыгнул, нормально было. Я видел. Тут чек-то, что ли? Так, обернись. Ты, блядь, ты можешь ровно обернуться? У меня что-то выцел скачет. Ой, фига, тут чел умер. Все, все, запомни, это навсегда. Не допрыгнул случайно. О, да что же убили, оказывается. Ой, фига там эпично. Да иди ты нахер, комар. Там я вижу снова мистеров. Не какие-то не мажоры, это все мистеры. Ох, какие противники у нас. Они настолько мажоры, что их не видно. Просто зато я вижу. Ну блин, ну пипец они. Капец вы с иклом, мистеры. Даже если кто-то из мистеров как посмотрит. В БС они выходят, так и в мистеры. Как в БС, так и в мистеры. Вы с иклом. И мистер, и миссис, сыкло. Вот так вот и всегда буду называть. Тебя кто-то убил. А. А, это еще, я думал, размин. А, это еще размин. Стою спокойно себе. Кино выбираю. Загораешь там. Загораешь там, пока твои соседи, сослуживцы по игре. Пока мой биомусор умирает. Enemy shock RC is coming. Сука, вот это было бы эпично. А вот того в духе убили. Я его вот убила за тебя, не беспокойся. Не благодари. Ну ладно, не буду. Не, благодари, благодари. Я его вижу. Ты должна была убить вот этого, который убил нас с тобой в воде. Когда два утюга упали в воду. Я мог. Тюлень. Не дай бог. Наверху. Тюлень. Тюлени милые вообще-то. Ага. Морские котики еще милее. Ага. Да, с того, пока ты с ней. С ними не поплаваешь, или они тебя не съедят. Ну и ладно. Съедят, зато красиво съедят. Мило. Зато красиво съедят. Не пожалею. Да. Будет очень мило смотреть, как они кушают меня. Пошла на рисковый шаг, чтобы умереть от морского котика. Заснимите, пожалуйста, как меня кушают. Я потом как-нибудь посмотрю. Помогите, а, где этот, где этот контейнер? Что рано? Ёбаный, блин, собака. Женщина, а, я застрял. Бэтмен, Бэтмен 3. Как выплыть, как выплыть, сейчас сдохну. Ё-моё. Никак. Я ж... Помирай. Я тоже недавно упала. Я плаваю, но я не могу всплыть. А, все.
Я понял. Короче, чтобы падать в воду и не умирать, надо сразу нажимать на это. Уплыть вниз. Уплыть вниз. А у меня такой кнопки нет, у меня только Ну, назад. И назад. Молодец. Не повезло тебе, Фелик. Меня зато не убили. Я сама решила отдаться ему. Внимание, вы не сзади. Я сдохнуть в воде могу? Да, могу. Не, не могу. А, вон они. Чем еще можно заняться на корабле? На корабле? Граната. Я знаю точно, что от монстра могу бегать. Буквально через час. Какой час уже, Ан, полчаса? Блин, я в воду, Какой ты меткий, хлебушка пытались убить, но как-то не прокатило. Да, не прокатило. Ну да, ну да, ну да. Не подкатило ему. На ракета летела на него. Хлеб суициднулся. Нет, не падай! Вот он этот контейнер. Вот он этот дебильный, сука, контейнер. Ты зачем, Алёша? Чё такое? Я нашёл этот контейнер. И раз. Опа! Да что ты? Только не говоришь, что я толкнул тебя. Фига. Нет, ты на. И поражение сразу, прям в воде. Поражение в воде. Сейчас опять мистер, если будут. Вообще. Я не удивлюсь. Вау. Ау. А, вот кого убил. Ух, как говно. Что такое адреналин? Ну, у нас режим адреналин. А? Я просто смотрю, там вроде все будут. Да? Ну все. Ну, корабль большой. А у нас время ограничено. Сколько? 20 секунд, да? Да? Давай, Глеб, быстрее, молодец. Не благодари. Чтоб ты бегала и разбилась, поняла? Какой добрый человек. Ты что, не благодари? Ты же сама доброта. Доброты еще не было, уже был Глеб. Это не знаю, что это. Тик-так, ну запахнет. Не дай бог его кто-то убьет. Да, я сдохла. Не тут. Повезло, что я перезаряжался. Блин, как корабль пришёл. This my smack. One forty. Give me the, Прием. Алло. Ой, как хорошо. А за мной почему не бежит? Хп было. Полтора хп. Не до этого было. Влюбляются в него, видимо, все. Я, видимо, всех отталкиваю. Тимати. Ух! X12. Я не успеваю. Чтоб ты умер. Ой. Сейчас сказал, чтобы он умер, я в этот момент улетаю. Я мне даже умирать не надо. Я сколько килов сделала? Ну-ка. Целый один. А ты неплохо. Дай бог. Никого найти не было. Даша, дай бог. Дай бог. Я вначале как одного убила, но это все. Хлебушек, молодец, он назвал оружие. Я не понял. Не знаю. А что такое? Ты что такое делал? Он скилла всех убивал. Солнце. Себя в динамике. Кого это? Какой ужас. И все, убежала. Я испугалась. Мада. Танцуй. Не танцуй. А ну слазь отсюда. Тебе вниз. На колени. Не-не.
А еще что? Чего колени? Frontline. Хочу золотой МК2. Давай. МК2. И убежала. Нет, что это не привета. А он еще говорит, он играет. Колду. Что такое МК2? Не заспитен. Не, просто я так и не понял, у кого там МК2 увидел. Как-то я понял. У себя в комплекте. А? Он что, меня убил? Лиз, лиз. А, он с Холгером. Вот, лиз. Блин, так интересно ФКшит, конечно, с Холгером. Даша, короче, вот сейчас спустишься вниз. В туннель. И, короче, там будет вниз с Холгером. Да-да-да-да. Ах, собака. Ты убил его? Да. Да. А вот сзади там еще был челик. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ты сказал спасибо, меня убили. Тогда не буду говорить. Пожалуйста. Да с чего ты убил меня? А, сорфиш. Ах ты говно. Что человек, что хуже. Ой, опять он откашет, ё-мо. Ладно. Так уж и быть. Кошка, чели какая. Не-не-не. Секундочку. Зачем? Зачем такие меры? Ой, зачем такие меры говоришь? А, ты чё? Я эхо возьму против него. Да, сейчас. Если кошмар, то только... Блин, Глеб, я тебе в голову кинула гранату. Ты что такой? Василика хотела. А как считаются тут эти клановые очки? За что? За убийство? За победу? За убийство. Или за то, что Даша с нами разговаривает? За убийство, да? Тогда я должен быть, наверное, одним из первых. А мы за клановые это? С конца. Мы же клановые это? Да. Вот поэтому мистер и выходит. А-а-а, ну они все на сыкло. Мне как-то это... Факту, как так же, как и в БС. Они всегда сыкло. Ничего КБ, не знаю. КБ, они не сыкло. Это я точно знаю. Ну, у них нету выбора выйти. У них выбора нет. Так бы, мне кажется, они радостно выйти. Я понял, тебя там кто-то убил. Чего? А, вон он. Это я знаю. Он такая гнида, конечно. Вот нет, я сейчас нет. Через верх пойду. Глеб, иди через верх. Даша, не иди. Он с Холгером там стоит. Надо его кошмарить. Спасибо, я вспомнила. Она не прозрачная, а тогда было прозрачно. Да ты что, сюда можно залезть, Глеб, да ты меня поражаешь. А это? Эту можно залезть. Ты меня поражаешь, Глеб. Как дела? Блин, он меня убил. Собака меня. На ту залезь, на ту залезь. Почему вы его не убили? Поздно. Ну вот что-то я такое услышал, когда он меня убил. Это был... А это умеешь бронировать? Они приклеили сюда, да? Угу. Вот это. В голову, только в голову. Там нас не просто так. Я вижу там. Я вижу там еще один, но что есть тоже. Сидишь здесь, падла, иди в стену вогну. Неплохо. Это карманчик. Да, я его к стене прижал. Oh my god. Ты не был. Ай-яй-яй. Я двоих убил гранатой. Прикольно. Перед смертью. Там он опять снова. Приветствовалось. Да, блин, они их уже двое. Они всегда там. А Даша вон бегает. Минус. Тут там минус. Типа лечь можно? Я лежу Папа. Вообще в дырке. Как ты лежишь тут? Под вас. Аккуратно, там еще один. А, это из-за того, что у меня просто текстуры.
То есть, когда я прицеливаюсь, я вижу сетку, только сетки нет. Да. Снова поражение. Снова проиграли без меня, да? Вы посмотрите на этого главного крыса. Главный крыс. Крысёныш. Красавчик. Вот этого я прижал к стенке. Ну только не так. Парные боты с легендарными рамками. Вот один. А второй бежал. А нет. Вот другой. Ну что могу сказать? Ну, поздравляю, мы боты. Вон ты ботинок это даст. А с этим я согласна, что... Ой. Смотри, ботинок сдох. Да, ботинок сдох на глазах. А он неплохо, он недолго держался. Глеб, ты когда говоришь, пожалуйста, не смотри в зеркало в следующий раз. Ну, как-то надо смотреть на людей. Блин, почему? Эх, спойтил. Поздно, я уже не записываю. Я их убью. Фига себе. Пойду утоплюсь. Почему в воде так темно? Можно свет, пожалуйста? Да, да. Ты просто плюнул туда. Я будто плюнул. Ты просто плюнул. Нацеливался, блин. Просто взял и плюнул. Ждал, пока сейчас он вылезет. Даша убился, плюнул. Чуть миража не убили, плюнул. А, тут три челика. Hardpoint locked down. Tango down. А? А он стреляет, бьется. А это бот. Хлебушек ушел, меня убили сразу же. Зачем ты ушел от меня? Бросил на произвол судьбы. Капец, он за мной лезет. А, это босс. Я. Ну-ка, давай еще раз выцеливать. Вон. Собак. Не благодарю. Вот это я вовремя в воду упал. Где здесь подняться? Лемпушек у меня по воздуху уходит. Это норма. Это нормально, да. Ботинок в небо улетает. Ой, хедшот поставил. Капец ты лох, я тебе Саида хедшот поставил. Ты сказал в тот момент, когда мне этот хедшот прописали. Я же говорю, клепал и начинаю говорить. Ой, я смотрю на сетку. А, вот оно это говно. Ладно. Артём не стреляет, он плюет. Я плевал на них всех. Моя собака идет вперед, я иду за ней. Один потом ты заедим. Enemy down! Reloading! Благодарю. А, вот она точка, все. Ага, немного покрыси. Я хотела воду кинуть гранату, но пошел мимо меня и пулок, я кинула в него гранату, и она, короче, меня убила. Спасибо. Ты хорошо, па? Ты меня убил. Мы есть гранаты. Ты меня убил, ты прошел прямо около моего лица, я в этот момент гранату кидала. И она отскочила в меня же.
Ну это ты виноват, что ты к одним лицом ходишь. Куда приземлился, он уйдет сюда. Спасибо, Глеб, за этот комментарий. Лучше бы я опустился вниз, потому что меня сразу Содина погнили. Блин, такой хороший кадр. Где ты, говно, летаешь? Я тебе сейчас застигну, блядь. Я хочу подолёт, можно взорвать летающим? Да. Старым человеком подолёт. Стреляйте. Да у него проблема, он не попадет. А тут вообще сложно. Это попадает. Артема вещества мешает. Мираж, сиди на месте. Я прошел. Нет, я не прошел. Блин, Миража попал. Вот, прыгай. Ты прикинь, я упал за борт, и он в воду все равно стрелял. Фу, пиздец. А он не попал по воде. Ты его убил? Не помню. Не помню. Ой, надо повыше. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Contact with enemy. Enemy in sight. Я свиника там забрал на таком расстоянии. Это сколько там? 28 метров. Свиника. Да, свиник. Не, говно ты. И ты тоже. Какое ты говно. Ой-ой-ой. Сдохни, что ли? Через попал, я полил. Ой, правильно, я попал. Полил. Поднимается, сейчас в жопу зайдет Даша к фанатику. Ой, не та. Куда там стреляешь, стоишь? Молодец. У меня появились конкуренты. У меня появились конкуренты, Глеб. Мне нравится. Блин, ты не... Блин, ну... Попать. Это не так. Даша. Да как так-то? Из-за того, что я видел больше, чем надо, меня из-за тебя убили. Ты меньше видишь. Фига, два выстрела сгромил, и он выжил. Капец, не... он выжил. Глаза закрывай. Не могу, это мой неотъемлемый, неотъемлемый фактор. И твой тоже, в принципе. Говно. Я уже думал, он сейчас меня с миражом снова заберет. Да, граната, босса его. Friendly hunter killer drone deployed. А, никого нет. Захватывайте, я вас прошу, хватайте. Enemy shield turret deployed. We tied for the lead. Capture the objective. We've taken the lead. Где точка? Changing map. Мем. Да ё-моё. Где точка-то? Enemy in sight. А где? А. Всё. Она вниз. Ну, спасибо. Один. Одно. Мы выиграли. Победа. Победа. Победа.
И все без помощи какой-то там эколога. Ладно, дальше. А, он не ага. хотел их убивать. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот так, на.